Настольный теннис в Московском училище Олимпийского резерва номер один. И это не просто тренировки. На протяжении двух недель с пятницы по воскресенье здесь проходят матчи командного чемпионата Федерации настольного тенниса России. Играют мужчины и женщины по 8 команд в каждом турнире. Мужская высшая лига Б – это, конечно, не первый и не второй дивизион чемпионата. Но для юных воспитанников – отличная школа и бесценный опыт. В составе команды «Ротен Москва» их трое молодых теннисистов Московского училища номер один. Артемий Кадлубинский, Григорий Капустянский и он, Карен Чапурян. Самое главное в настольном теннисе, чтобы побеждать, это нужно иметь дикое желание, чтобы все возможно. Для меня кумир в настольном теннисе – это Малон, китайский спортсмен. Вот я всю жизнь смотрел, как он там играет, как он, в принципе, его ход событий, как он там тренируется. У девчонок все серьезнее. Команда под названием УОР номер один Москомспорта в этом сезоне дебютировала в женской премьер-лиге, самом главном дивизионе командного чемпионата ФНТР. И чем дальше, тем больше побед. Две из четырех спортсменок Алина Заварыкина и Ксения Курцелава учатся сегодня в Московском училище Олимпийского резерва номер один. Команда УОР номер один завершила выступление на третьем туре клубного чемпионата России. Девчонки молодцы, добавили в рейтинге, добавили в мастерстве. Очень приятно играть в стенах училища Олимпийского резерва. Все очень организовано и дает большую мотивацию и командный дух. Мы несколько лет старались выйти в эту лигу, и вот свершилось. И, в принципе, я очень счастлива, что могу играть с этими людьми. И все они – мальчишки и девчонки, воспитанники заслуженного тренера России Льва Николаевича Ступаченко. Он руководит отделением настольного тенниса училища и тренирует две команды своих воспитанников в чемпионате ФНТР. И очень рад, что матчи проходят для его теннисистов в стенах родного училища. Наша команда молодая, мы являемся дебютантами премьер-лиги в этом сезоне. И, естественно, как у любого дебютанта, главная задача – это закрепиться в высшем дивизионе российского настольного тенниса. Вот, это очень... Хорошо то, что руководство училища сочло возможным организовать эти соревнования в наших стенах, потому что свои стены помогают. И я боюсь сглазить и так далее, но если первый круг, когда все 12 команд у нас сыграли каждый с каждым, мы только, как говорится, обстреливались, для нас и для девчонок было много нового. Сейчас этот у нас, соответственно, второй круг, и первая его половина сегодня завершается, то здесь они выглядят уже окрепшими, естественно, более конкурентоспособными. Я надеюсь, что задача, поставленная на сезон, закрепиться в высшем дивизионе, она будет выполнена. Евгения Лукьянова, Игорь Кокурин, Московское училище Олимпийского резерва номер один.